Вы, ребята, попали. Попали, куда всю жизнь мечтали. Допустим, у вас такая ситуация, что вы сидели на бета-версии, и вы захотели, чтобы вам прилетело релиз, и вам не прилетает. Почему это бывает, я вам сейчас расскажу. Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и это канал Apple Expert. Итак, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возвратов. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Ребята, ситуация совершенно простая. Если вы частенько используете бета-версии, как и я, и хотите, чтобы вам прилетел релиз, вам не нужно обновляться до дат релиз. Релиз кандидат, вы не должны ее накатить, потому что по факту это уже и есть релизная версия. То есть где-то там английский текст, где-то там что-то, она вам прилетает на английском языке зачастую, но система в принципе стабильна. То есть релиз уже выходит, она просто по факту редко когда исправляет какие-то ошибки, она уже есть по факту релизная. То есть, чтобы вам прилетел релиз, и вы там, допустим, удалили бета-профиль, но вам все равно не прилетает релиз, вы не должны обновляться на релиз кандидат. Кандидат на релиз. То есть, допустим, было там всего 4 беты, и 4 бета является кандидат на релиз. Вы должны на 3 бете остановиться, удалить профиль, естественно, перезагрузить iPhone. И в день, когда прилетает у нас официальный релиз, вы уже сможете ее накатить по воздуху. Но если у вас все-таки произошло так, что вы накатились на релиз кандидат, прилетел релиз и вы не можете его накатить, вам нужно сделать что? Правильно, подключить телефон к iTunes, обновить просто через iTunes. Обновится данная новая прошивка и все, по факту вы будете на релизной. Ничего сложного здесь нет и не паникуйте. То есть много просто кто мне задает такие вопросы, не удивляйтесь, почему я записываю это видео, чтобы вы понимали. Ситуация такова. Вы сидели на бете-версии и хотите получить релиз, но вы обновились до этого на кандидат на релиз. Но релиз не можете обновить, потому что он вам не приходит. А почему он вам не приходит? Потому что это по факту и есть релиз. Но поскольку вы были бета-разработчиком, бета-тестирование этой iOS, она вам не прилетает. И чтобы ее получить, естественно, нужно удалить еще до Candidate Release этот профиль, чтобы вы его не успели накатить, и тогда вам прилетит уже релиз. Вот все. Все, что вам нужно было знать. Поэтому что с вас? Подписка, лайк, комментарий. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!